Вот мы находимся на одной из фотозон Золотого моста. Сейчас пофоткаемся. Там идет корабль через мост. Вот, ребята, на Золотом мосту Golden Gate! О, oh, good, thank you! Ну вот он, мост Золотые ворота. Вот у нас фотосессия продолжается на мосту. Ну это такая самая главная споруда этого города, поэтому, конечно же, будем фотографироваться, пока карточка не сядет. Вот так вот, красиво очень. А главное, не жарко. Вот такая вот красотища. Сейчас мы еще туда дальше пойдем. И вот так выглядит здесь Алькатрас в тумане. Вот здесь такая карта. Как красиво. Идем дальше, ребят. Идем на мост. Здесь такой камень. Это инженер. В общем, ребята хотели взять с собой дрон сюда, в Калифорнию, но, как оказалось, в национальных парках, в культурных объектах, архитектурных памятниках и просто парках, где люди гуляют, дроны запрещены. Поэтому вот здесь наверху видно, есть тоже такая надпись о том, что дроны запрещены здесь, поэтому дроны не брали. Сколько много велосипедистов ездит здесь. Вот это у нас Алькатрас вдалеке виднеется. Ну вот она, смотровая площадка. И я сейчас поверну камеру, посмотрите, сколько много людей. Внизу там тоже интересный объект. Мы туда спустимся. Очень красиво. Внизу увидите вот эти машинки желтенькие, они ездят, оказывается, туда. Их там очень много. Ну вот он, мост Золотые ворота. За моей спиной. Очень красивое зрелище. Очень красивый мост. Будем снимать его с разных ракурсов. Вот мы фотографируемся. Вот сейчас корабль идет. Проходит корабль. Вот тут детки едут на великах. Посмотрите, сколько много людей. Вот так. Такая большая колонна. Мы от этого замечательного места, где все фотографируются, мимо вот этих великов, идем на сам мост. Ну вот он, мост Сан-Франциско. Еще с одного ракурса, специально для вас. Кстати, вот информация по вот этому сооружению. Мы еще отсюда снимем. Посмотрите, это все велотуры. Туристы поехали на мост. Вот немножко остановились перед мостом попить воды. Вот здесь есть информация. И что есть интересно, здесь тоже нельзя летать на дроне. И здесь, если ты что-то увидел, сообщи в полицию. В общем, заходим на мост. Тут пока еще можно не прыгать.
Вот мы были вот там внизу. Ну вот мы идем по мосту. Золотые ворота. Да, нужно сказать, что та сторона полностью для велосипедистов, а это для пешеходов и велосипедистов. В общем, вот мы идем по мосту Золотые ворота. Сейчас попробуем дойти до середины, если получится. Вот первая опора моста начинается уже. Вот сетка заканчивается на 111 пролете. И начинается уже мост. Марина решила со Златкой пофотографироваться. Вот, в общем, вышли мы приблизительно на середину моста, и вот с моста виден Алькатрас, тюрьма. В общем, смотрите в следующих видео про эту тюрьму Алькатрас, мы же побываем. Ну и виден залив. Кстати, если вдруг вы решили и захотели спрыгнуть с этого моста, сейчас я покажу, что произойдет дальше. Вы ни хрена не спрыгнете, потому что здесь вот такая конструкция и сетка. А на другой стороне моста уже Тихий океан. Так что... И вот такие прикольные люди с собачками. Хай! Юдак! В общем, идем дальше по мосту. Люди фотографируются. Вот. Поэтому все очень классно. Такой классный мост. Вот дальше там поехала машинка. У-ху-ху, опять поехали в Сан-Франциско. Спид-лимит велосипеда 15 майлов. Идем дальше. Сейчас будем кораблик снимать, зайки. Это не понятно. Идет баржа. Идем дальше до центра моста. Мне аж страшно снимать это. Посмотрите, какой мост. Вот мы и дошли до первой. Конструкции моста. Вся информация. Тут очень много разных памятных досточек. Вот еще одна. Вот мы посмотрим сейчас на мостик. Вот там кораблик, кстати, идет. В общем, мы идем еще до половины моста. Возьми ее за руку, Саня. Тросы. Это вот те тросы, которые держат мост.
Вот специальные есть конструкции для работников. Говорим тебе. Мосту мы говорим до свидания, до следующих встреч. Вот такая машинка красиво закончит наш репортаж о мосту. Ну, собственно, вот мы и прошли весь мост. Сейчас мы спускаемся вниз. Кстати, лимит на мосту 45 майлов. Вот мы вышли с моста, направляемся дальше, гуляем. Отсюда зайдем. Главная смотровая площадка. Тут флаг США. А здесь прям такие хризантемы красивые растут перед мостом. Информация про мост. Ну и так выглядит сам кул-центр. Здесь есть такая вот интересная штука. Вот такая интересная конструкция. Наверное, расчет на ветровые нагрузки. Если вот так встать с этой стороны, вот так потрогать, то это будет ветровая нагрузка на мост. Ветровые нагрузки расчет. Ну вот такая вот самая главная смотровая площадка Золотых ворот.